Крестным ходом хоругви несут, солнце всходит над Ганиной ямой, царский крест мощевик перед храмом, словно наш исцеляющий суд. Здесь всю ночь был молебен царю, у иконы святых страстотерпцев, где сокровище ваше, там сердце, сердце с Богом встречает царю. Здесь всю ночь был молебен царю, у иконы святых страстотерпцев, где сокровище ваше, там сердце, сердце с Богом встречает зарю. Поцелую я царственный крест с Божьим золотом, ладаном смирной. Святый Боже, спаси и помилуй тех, кто нынче покаялся здесь. Здесь всю ночь был молебен царю, у иконы святых страстотерпцев, где сокровище ваше, там сердце, сердце с Богом встречает царю. Здесь всю ночь был молебен царю, у иконы святых страстотерпцев, где сокровище ваше, там сердце, сердце с Богом встречает зарю.
Христовы, светлые Божии ангелы. Клевер, как бабочка, сядет луна, лимонница. Это их души со трепетом Богу молятся. Это их души за нас с тобой, Бог. Татьяна, Мария и младшая Настенька, светят они для нас, как свеча празднику. Светят они для нас, как свеча празднику. И волею Божьей прославил святых. Он чтил чудотворцев, святителей русских, царей православных и древних князей. Им был не забыт Симеон Верхотурский, на раку святаго он жертвовал сей. Ходил с крестным ходом в монашеский скит, почтить и прославить священные мощи того, кто на камне молитвы стоит. Молитвенный подвиг свершил православный саровский подвижник, который предрек: последний наш царь меня в Боге прославит, царя же за веру прославит сам Бог. Святые молебны, соборы, обители, монастыри. Молился он вместе с детьми и женой, была словно малая церковь, семья, смирение
покорность родительской воле, в их царской семье были вместе. Помазанник Божий, молитвенник царь, и он продолжает пред Богом служение, чтоб мы свою лепту несли на святых, мы чувствуем за Русь в ее